Илья, недавно Петр Ян стал чемпионом UFC, в чем я, кстати, в отличие от тебя, даже не сомневался. И я уверен, что это серьез и надолго. Ставь лайк, если согласен. Да, крутой был бой. Поздравляем чемпа. Но вот насчет серьез и надолго, при всем уважении, не думаю, что это возможно. Ведь дивизион полон акул, а первая защита почти наверняка будет против Элджамина Стерлинга. Ты вообще не учишься на своих ошибках. Петр уже показал свой уровень. Да, в дивизионе много львов, но главный в прайде – это Ян. Сомневаться не приходится. Ну давай я расскажу тебе, почему Алджа заберет пояс уже в следующем бою. Ну попробуй. Ребят, жду ваши комменты. Давайте вместе объясним Илье, в чем он не прав. Ян буквально на днях показал, на что он способен. Он круто отработал против жесткого Альда. Жозе мощными лоу-киками умудрился отбить ногу Петру уже в самом начале боя. И Яну пришлось поменять стойку на весь остаток поединка. Но и в таком положении Петр постоянно прессинговал бразильца. Заставил того вымахаться и потерять все силы к четвертому раунду. И в пятом хладнокровно решил исход битвы в свою пользу. В этом бою беспощадный показал высокий бойцовский интеллект и готовность адаптироваться к тому, как бой складывается прямо в клетке. А это признак характера настоящего чемпиона. Стерлинг сейчас на очень крутом подъеме. Он не проигрывает уже 2 с лишним года. Идет на серии из 5 побед подряд. При всем этом побеждал Алджо, топовых контендеров легчайшего веса. В числе его скальпов Коди Стамман, Джимми Ривера, Педро Муниос, Кори Сентхаген. Все они числятся в топе дивизиона. И все эти бои он выиграл достаточно просто, без особых проблем. Это показатель того, что Алджо сейчас на другом уровне. И это пугает. Ведь страшно даже представить, на что он способен, если включится в поединки на все 100. Думаю, для Яна это будет крайне сложный бой и настоящая проверка. Алджо, без сомнения, крутой боец и один из главных претендентов на титульник. Однако факт в том, что он крайне удобен для Петра. Стерлинг не любит давление, и темп его боев достаточно низкий. Посмотрите бои с Муниесом и Ривьерой. Стерлинг время от времени отдает инициативу сопернику, предпочитая действовать вторым номером, отталкиваясь от действий противника и работы на контратаке. Не всегда, конечно, но такое мы видим часто. И в бою с Яном это путь в никуда. Ведь Петр предложит очень высокий темп с самого начала поединка. И работать будет первым номером на постоянной основе, забрасывая оппонента ударами. И один из таких набегов от беспощадного Алджо может просто не пережить. Алджамейн очень опасный грэблер. У него за карьеру уже набралось 8 побед с помощью сабмишена. И он действительно может создать проблемы Яну. Он пропагандирует тягучий и вязкий стиль ведения боя. И может затащить в такой темп Петра за счет работы на дистанции. Ведь американец превосходит россиянина в размахе рук на 10 см. Он имеет более длинные рычаги и способен держать нужное расстояние. Это он демонстрировал в поединке с Ривьерой. Потому, думаю, Стерлинг прекрасно понимает, что ему необходимо делать для победы над Яном. И в очном бою попытается воплотить свой план в жизнь. Безусловно, Стерлинг опасный малый и может подготовить грамотный план на бой. С постоянными клинчами, попытками переводов и прицелом на сабмишн. Но, как я уже сказал, Петр тот боец, который готов ко всему в клетке. Он универсальный солдат. Да еще и с интеллектом профессора в октагоне. Ян имеет быстрые руки, очень сильный бокс, прекрасный тайминг и отличное передвижение в бою. Плюсом он кардиомашина. Машина, которая постоянно прет вперед, не давая сопернику передохнуть ни на секунду. При всем этом россиянин хорош в борьбе, и его очень сложно повалить. В UFC он защитился от 88% попыток перевести его на канвас. И самое главное, это количество ударов. Петр уже забрал рекорд легчайшего веса по значимым ударам за бой. В титульном поединке он донес 194 удара. И это не джебы на очки. Тоннаж этих ударов очень серьезный. Потому я просто не могу представить, каким образом американец может хоть как-то угрожать беспощадному. И как мне видится, эта схватка пройдет для Петра даже легче, чем бой с Альдо. Так что первая защита не за горами. Ждем. Напоследок хочу отметить вот что. Стерлинг – это очень сильный борец. Он дважды получал статус All-American и выигрывал множество соревнований в студенческие годы. Также у него черный пояс по БЖЖ прямиком из рук Мэтта Серры. С борцом такого высокого уровня, именно на пике его физической и ментальной формы, Яну еще не доводилось встречаться.
Ставь лайк, если согласен. И сравнивать борьбу Яна и Стерлинга абсолютно бессмысленно. Здесь преимущество целиком и полностью на стороне американцев. Потому этот бой будет чистейшей битвой стилей. И как мы знаем, в таких ситуациях чаще всего на коне оказываются именно борцы. А учитывая статус и уровень борьбы Стерлинга, я понимаю, что при желании и правильной стратегии, вкупе с хорошим исполнением тренерских рекомендаций во время боя, Алджа может просто не дать даже возможности для Яна проявить его лучшие качества и таким образом забрать пояс чемпиона в одностороннем порядке. Конечно, Стерлинг хороший борец, но и Рая Фейбер ничуть не уступает Алджа в навыках борьбы. И мы все видели, как закончился его бой с Яном. Нашел с кем сравнить. Фейбер уже давно на закате своей славной карьеры, а Стерлинг только выходит на пик. В общем, ты как всегда пошел по скользкой дорожке. И скоро увидим, как ты в очередной раз упадешь. Я думаю, все будет так. Ян спокойно защитит свой пояс и встретится с победителем пары Гарбранд-Мораес, бой которых в разработке на октябрь. Ты хотел сказать Стерлинг? Стерлинг встретится с победителем пары Гарбранд-Мораес. Ладно. Ян докажет твою неправоту вместо меня. А ты, друг, пиши в комментах, сможет ли Петр побить рекорд Деметриуса по защите титула в будущем. Это канал It's Time, подпишись, ведь дальше будет только круче. И пробей свой бойцовский лайк, это Илья Герасимов. Это Иван Неумин. Пока. Покеды. Покеды, покеды. Покеды, я подумал, покеды. Из пяти побед. Пяти побед. Давай еще раз. Илья, недавно Петр Ясла... Петр Ясла.